Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе вот такую футболочку с очень простым узором, с которым справится даже начинающая. Углубление горловины буду вывязывать в виде лодочки. Обязательно вывяжу скосы плеча. Плечи у меня немного будут спущены. Обработку горловины, рукавов и низа изделия я выполню шнуром аккорд. Если вы хотите связать такую же футболочку вместе со мной, я оставлю вам все ссылки в описании под этим видео, а также добавлю подсказку в верхнем углу экрана на плейлист, в котором будут все части видео. В этой части видео я вам расскажу, как буду вывязывать углубление горловины и скосы плеча поворотными рядами без отрыва нити. Будем вывязывать углубление как по переду, так и по спинке. По переду углубление сделаю всего лишь 2 см, по спинке 1 см, а скосы плеча у меня будет 2,5 см. Постараюсь вам подробно рассказать, как вязать этим методом, покажу все схемы, все подробно расскажу. Провяжем каждый ряд вместе с вами и каждую петельку я вам объясню. Это видео получилось у меня достаточно длинным, поэтому под видео оставляю вам тайм-коды, нажав на которые вы перейдете в интересующую вас часть видео. Также вы можете ускорить данное видео или замедлить, если вам что-то будет непонятное. Вяжу я из пряжи от пехорки жемчужная, цвет белый 01 в 100 граммах 425 метров, 50 процентов хлопка и 50 процентов вискоза. Вяжу я на спицах номер 3. Для работы мне также понадобятся маркеры. Вы можете вязать без маркеров, но я их взяла только для того, чтобы было более наглядно и вам все понятно. У меня вот такие интересные маркеры ручной работы с номерами от 0 до 9. Если вам понравились такие маркеры, то я решила три комплекта маркеров подарить своим подписчицам. Чтобы их получить, вам необходимо быть подписчиком моего канала, написать в комментариях, что вы хотите такие маркеры, связать эту футболку вместе со мной и прислать фотографии своего изделия. Все контакты я добавлю в описание под видео первый комплект маркеров я подарю самой первой участнице, которая первая свяжет такую футболочку вместе со мной и пришлет мне свои фотографии. Остальные два комплекта я разыграю случайным образом между остальными участницами. С нетерпением буду ждать ваших фотографий. А теперь давайте поговорим о плюсах и минусах данного способа вывязывания углубления горловины и скоса плеча укороченными рядами без отрыва нити. Конечно же, первым плюсом и самым главным плюсом является то, что при вывязывании скоса плеча на одном плече мы переходим на другое плечо, не отрывая нить. Вторым также важным плюсом является то, что нет четкой границы между петлями горловины и петлями плеча. Если вы связали горловину, и она вам оказалась мала, то без труда вы можете увеличить горловину на несколько петель. Еще один плюс, что при вязании поворотными рядами в точках разворота у нас нет никакой ступеньки. И линия горловина и скоса плеча у нас совершенно плавная. Также плюсом я считаю, что при вывязывании последнего ряда вы можете как закрыть, петли плеча и горловины также и оставить их открытыми. Но вот минусом данного способа вывязывания я считаю то, что он является не самым простым и, наверное, для начинающих вязальщиц будет немножко непонятно. Но если вы посмотрите внимательно мое видео, не пропустите схемы расчета и объяснения, то я уверена, что вы без труда сможете самостоятельно вывязать углубление горловины из коса плеча для следующего своего изделия. Этот способ используется для вывязывания неглубокой горловины. Если вам нужна глубокая горловина, то выберите другой способ, так как при вывязывании глубокой горловины у нас должна быть прямая часть, которую нельзя добиться. При вязании данным способом. Я озвучила все плюсы и минусы данного способа вывязывания, которые я нашла девчонки. если вы найдете другие плюсы и минусы данного способа, то поделитесь с нами в комментариях под этим видео. Перед тем, как приступить к вывязыванию горловины, нам необходимо решить, сколько петель мы оставим на горловину и сколько петель у нас останется на каждое плечо. Вот здесь посередине изделия я повесила маркер, разделяющий мое изделие ровно пополам. Для того, чтобы решить, какую горловину шириной вы хотите видеть, проще всего взять любимую футболочку, маечку или кофточку, у которой вам нравится вырез горловины, и по ней померить ширину желаемой горловины. Или можете поступить по-другому, приложить линеечку прямо к себе и посмотреть, сколько же горловину вы хотите видеть шириной. Я решила, что моя горловина будет 25 сантиметров. 25 сантиметров перевожу в петли через свою плотность вязания, в моем случае 65 петель, и округляю до четного числа петель, так как мы эти петли поделим на две части. Решила я взять 66 петель и разделила на две части по 33 петли на каждую часть горловины, так как у меня сейчас на спицах по переду и по спинке по 134 петли отнимаю петли горловины и у меня на каждое плечо остается по 34 петли далее мы решаем сколько сантиметров мы хотим видеть углубление своей горловины я решила углубление по переду сделать 2 сантиметра Перевожу два сантиметра в ряды через свою плотность вязания. В моем случае получается 7,8 ряда. Я округляю до целого четного числа, так как мы будем вязать укороченными рядами. И я решила, что горловину я вывяжу за 8 рядов. Так как горловина моя будет 8 рядов, то на горловине мне необходимо поставить 4 точки разворота. я сделала вот такую схему, девчонки. Схему рисовала сама при помощи графического редактора. Если вы увидите какую-то ошибку или неточность, пожалуйста, напишите мне, я все исправлю. На горловине я поставила 4 точки разворота. Самая верхняя точка разворота, четвертая, это вот эта точка, где у нас висит сейчас вот этот красный маркер, отделяющий горловину от плеча. Также на горловине у нас должна быть прямая часть, которая не участвует у нас в разворотах, в укороченных рядах. И на прямую часть я решила взять 18 петель. Это по 9 петель на каждую часть. На половину горловины у меня остается 33 петли минус 9 это 24 петли и этих 24 петли мне необходимо поделить на оставшиеся части между четырьмя точками разворота по горловине у меня три отрезка раз два три и эти 24 петли мне необходимо разделить на три отрезка так как я хочу чтобы моя горловина была в виде лодочки то я буду делить петли так чтобы чем выше плечу, тем количество петель между точками разворота было меньше. И я решила, что между первой и второй точкой разворота у меня будет 10 петель, между второй и третьей 8 и между третьей и четвертой остается 6 петель. То есть на горловине у нас 6, 8, 10 и 9 петель. На другую сторону переношу точно такие же значения. Ставлю 4 точки разворота и все петли переношу. 9 на прямую часть, 10, 8 и остается 6 петель. Так как я решила, что я буду вывязывать одновременно углубление горловины и скос плеча, то по плечу я ставлю также четыре точки разворота и между этими четырьмя точками разворота у меня уже находится 5 отрезков раз два три 4 5 и теперь петли плеча у меня 34 петель я делю на 5 частей если у вас делится на целое это просто замечательно у меня не делится поэтому я распределю вот таким образом 7 петель 7, 7, 7. И вот здесь на самом высоком участке остается 6 петелек. На другую сторону переношу точно так же. Ставлю по плечу 4 точки разворота. Первые 7 петель у нас будут вот в этом месте. Это 7 петель не довязанные до конца. Вот здесь у нас конец нашего изделия. Не довязываем 7 петель. 7, 7, 7. И на верхней точке у нас остается 6 петель. Теперь начинаем вязать. Вот у нас начало ряда. Первый у нас ряд лицевой. В красной линии я отметила лицевые ряды, а серая линия это у нас изнаночные ряды. Вяжем первый лицевой ряд. Доходим до первой точки разворота, не довязывая 9 петель. Разворачиваемся. Как вы будете здесь разворачиваться, решайте сами. Может вам нравится способ с накидами или способ с обвитием или делать из петли двойную петлю. Я вам, наверное, покажу два способа. Это с накидом, на мой взгляд, самый простой и способ, когда из одной петли делается двойная петля. Разворачиваемся в этой первой точке разворота на изнаночную сторону и вяжем второй ряд доходим до первой точки разворота по плечу. Это у нас вторая точка разворота, но по плечу она первая. Не довязывая 7 петель до начала ряда, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем третий ряд. Доходим до второй точки разворота по горловине. Это у нас третья точка разворота, но по горловине она вторая. Не довязываем 10 петель до предыдущей точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд. Доходим до второй точки разворота по плечу, не довязываем 7 петель, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем пятый ряд. Доходим до третьей точки разворота по горловине не довязывая 8 петель до предыдущей точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем шестой ряд. Доходим до третьей точки разворота по плечу, не довязываем 7 петель, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем седьмой ряд. Доходим до последней точки разворота, это вот эта точка, где у нас красный маркер установлен. Не довязываем 6 петель до предыдущей точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем восьмой ряд. Доходим до последней точки разворота по плечу. Смотрите, девчонки, вывязали мы 8 рядов. И тут внимание, разворачиваемся в последней точке разворота по плечу и начинаем вязать дополнительные ряды. Первый дополнительный ряд это девятый. Вяжем его по лицевой стороне, провязываем петли плеча оставшиеся, переходим на горловину и вот здесь по горловине собираем все петли в точках разворота. Если вы разворачивались при помощи накида, то накид провязываете со следующей петлей лицевой петлей. Если же вы делали двойную петлю, то двойную петлю провязываете лицевой петлей. И в девятом ряду, провязывая петли горловины, собираем все вот эти петельки, провязываем прямую часть горловины и переходим на другое плечо, вяжем первый ряд по второму плечу. Доходим до первой точки разворота по плечу, не довязывая 7 рядов до конца нашего изделия, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Доходим до первой точки разворота по горловине, не довязывая девять петель. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем третий ряд. Доходим до второй точки разворота по плечу, не довязывая семь петель до предыдущей точки разворота. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд. Доходим до второй точки разворота по горловине не довязывая 10 петель, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем пятый ряд. Доходим до третьей точки разворота по плечу, не довязывая 7 петель до предыдущей точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем шестой ряд. Доходим до третьей точки разворота по горловине, не довязывая 8 петель, Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем седьмой ряд. Доходим до последней точки разворота по плечу. Не довязываем 7 петель. Разворачиваемся на изнаночную сторону и доходим до последней точки разворота по горловине. Это вот этот маркер красный. Не довязываем 6 петель, разворачиваемся на лицевую сторону и, внимание, провязано у нас 8 рядов. И теперь вяжем 9 дополнительный ряд по лицевой стороне. Провязываем петли, оставшиеся на плече. Переходим на плечо, провязываем все петли, собирая вот здесь или двойные петли, или петли с накидом. Довязываем до конца ряда. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем по изнаночной стороне все петли плеча. Переходим на горловину. Здесь также собираем вот эти все петли по изнаночной стороне. Это у нас десятый ряд. Провязываем петли прямой части горловины. Вторую сторону горловины провязываем. Переходим на плечо. И здесь на плече собираем все вот эти петли и приходим в конец ряда там, где у нас было начало ряда. То есть провязали мы с вами два дополнительных ряда. И посмотрите, по горловине у нас получается 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс 2 дополнительных на плече. Минус 2 дополнительных на горловине. Остается 8 рядов. 8 рядов перевожу в сантиметры через свою плотность вязания это 2 сантиметра так как мы и хотели а на плече когда мы используем метод одновременного вывязывания углубления горловины и скоса плеча всегда получается на два ряда больше посмотрите раз два три 4 5 6 7 8 рядов плюс 2 дополнительных ряда то есть плечевой скос у нас 10 рядов 10 рядов переводим в сантиметры у нас получается два с половиной сантиметра с другой стороны изделия у нас точно так же углубление горловины 8 рядов а плечевой скос 10 рядов теперь давайте посмотрим как мы будем вывязывать углубление горловины по спинке так как плечевой скос по переду и по спинке должен быть одинаковым то все данные с предыдущей схемы мы переносим ставим 4 точки разворота и переносим все петли 7, 7, 7, 7. И остается у нас 6 петель. Углубление горловины по спинке я решила сделать 1 сантиметр. Перевожу 1 сантиметр в ряды через свою плотность вязания. И у меня получается 3,9 ряда. Округляю до целого четного числа. И я углубление горловины вывяжу за 4 ряда два лицевых ряда и два изнаночных ряда. Для этого на горловине я ставлю две точки разворота. Одна точка разворота это вот это уже наш красный маркер, а вот эта точка разворота это точка, которая отделяет у нас прямую часть. 33 петли одной части горловины мне нужно поделить на две части. Это на прямую часть и одна часть между двумя точками разворота. Я решаю, что между двумя точками разворота я поставлю столько петель, сколько сумма двух точек разворота на переде двух последних точек. 6 плюс 8 получается 14. Ставлю 14 петель между двумя точками разворота, и на прямую часть у меня остается 19 петель. Тридцать три минус четырнадцать равно 19. Переношу эти данные на другую сторону. Прямая часть 19 между точками разворота 14 и на плече 7, 7, 7, 7 и 6. Так как углубление горловины 4 ряда, а скос плеча 10 рядов, из них 2 ряда это дополнительные ряды, значит нам необходимо провязать 4 ряда, не затрагивая горловину. Как мы это будем провязывать? Вот у нас начало ряда и вяжем первый лицевой ряд и вяжем его до конца нашего изделия, не довязывая 7 петель до конца изделия. Вот тут вот у нас конец. Не довязали 7 петель, разворачиваемся. Это у нас первая точка разворота по плечу. Разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем до другого плеча. Доходим. До первой точки разворота по второму плечу не довязываем семь петель, разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем до второго плеча. Не довязываем семь петель до второй точки разворота по второму плечу, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд и вяжем до следующего плеча. Доходим до второй точки разворота, не довязываем семь петель, разворачиваемся. Провязали мы 4 ряда и теперь переходим уже на горловину. Вяжем пятый ряд по лицевой стороне, доходим до первой точки разворота на горловине, не довязывая 19 петель до середины нашего изделия. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем шестой ряд, не довязываем 7 петель. Разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем седьмой ряд. Не доходим 14 петель до предыдущей точки разворота, попадаем во вторую точку разворота, разворачиваемся и вяжем восьмой ряд по изнаночной стороне. Доходим до последней точки разворота по плечу, не довязываем 7 петель, разворачиваемся и вяжем дополнительный девятый ряд по лицевой стороне. Провязываем оставшиеся петли на плече. Переходим на горловину, собираем все петли по горловине, вяжем прямую часть горловины и переходим на противоположное плечо. И тут у нас получается пятый ряд. Довязываем до третьей точки разворота по второму плечу, не довязывая 7 петель, разворачиваемся и вяжем следующий изнаночный шестой ряд. Доходим до первой точки разворота по горловине, не довязывая 19 петель до середины нашего изделия. Разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем седьмой ряд. Доходим до четвертой точки разворота по плечу, не довязываем 7 петель, разворачиваемся на изнаночную сторону, провязываем восьмой ряд. Доходим до второй точки разворота по горловине, не довязывая 14 петель до предыдущей точки разворота. Разворачиваемся на лицевую сторону и по лицевой стороне провязываем оставшиеся петли плеча. Вяжем по плечу, собираем все вот здесь петельки, довязываем до конца ряда, разворачиваемся на изнаночную сторону по изнаночной стороне вяжем 10 ряд провязываем все петли плеча доходим до горловины собираем петли в двух точках разворота вяжем по прямой части это у нас изнаночный ряд доходим до другой стороны нашей горловины провязываем изнаночный ряд переходим на плечо и по плечу также собираем вот здесь все петельки и приходим в конец нашего ряда в итоге скос плеча у нас получится 10 рядов, это два с половиной сантиметра, а углубление горловины всего лишь 4 ряда. Раз, два, три, четыре, плюс два, минус два, четыре. И глубина нашей горловины по спинке получится один сантиметр. Мы с вами рассмотрели два варианта провязывания углубления горловины по переду и по спинке. И в обоих этих вариантах у нас углубление горловины получается меньше, чем скос плеча. Но что же делать, если мы хотим, чтобы углубление горловины было больше, чем скос плеча? Допустим, я хочу, чтобы углубление моей горловины было 12 рядов, а скос плеча оставим точно таким же. На плече устанавливаем 4 точки разворота, это 8 рядов, плюс 2 дополнительных ряда, получится 10 рядов скос плеча. А на горловине, чтобы у нас получилось 12 рядов, мне необходимо установить 6 точек разворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И несколько первых рядов мне нужно вязать таким образом, чтобы делать развороты только у горловины и не делать разворота у начала ряда. Как нам определить, сколько же рядов нам нужно провязать, делая развороты только у горловины? Я 12 рядов это у нас углубление горловины. Прибавляю 2 дополнительных ряда и отнимаю ряды скоса плеча: 10 рядов, и у меня остается 4 ряда. То есть, первые 4 ряда я провязываю делая развороты только у горловины. Вяжем первый ряд, довязываем до первой точки разворота по горловине, не довязывая какое-то количество петель до середины нашего изделия, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем второй ряд до начала ряда. Здесь никакой точки разворота у нас нет. Мы просто переворачиваем наше изделие на лицевую сторону. И вяжем Третий ряд по лицевой стороне доходим до второй точки разворота по горловине, не довязывая несколько петель до первой точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд до конца, вернее до начала ряда. И здесь точки разворота у нас никакой нет. Мы просто переворачиваем на лицевую сторону. И вот теперь переходим к пятому ряду. С пятого ряда мы начинаем вывязывать развороты как по горловине, так и по плечу. Вяжем пятый ряд, доходим до третьей точки разворота, не довязывая определенное количество петель до предыдущей точки разворота. И разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем шестой ряд. И доходим до первой точки разворота по плечу. Не довязывая петли до конца ряда, разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем седьмой ряд. Доходим до четвертой точки разворота, разворачиваемся на изнаночную сторону. И доходим до второй точки разворота по плечу, разворачиваемся, вяжем девятый ряд. Доходим до пятой точки разворота по горловине, разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем десятый ряд. Доходим до третьей точки разворота по плечу, разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем одиннадцатый ряд до последней точки разворота. Это у нас шестая точка разворота по горловине. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем двенадцатый ряд и доходим до последней, до четвертой точки разворота по плечу. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем дополнительный тринадцатый ряд по лицевой стороне. Провязываем оставшиеся петли плеча, переходим на горловину, здесь собираем все петли в точках разворота, провязываем прямую часть горловины и переходим на вторую сторону нашего изделия, вяжем первый ряд доходим до самого конца ряда. Здесь нет никакой точки разворота, просто переворачиваем изделие на изнаночную сторону и вяжем второй ряд. Доходим до первой точки разворота по горловине, не довязывая определенное количество петель до середины изделия. Разворачиваемся на лицевую сторону, вяжем третий ряд до самого конца ряда. В этом месте также нет никакой точки разворота. Мы просто переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд. Довязываем до второй точки разворота по горловине, не довязывая определенное количество петель до первой точки разворота, разворачиваемся на лицевую сторону и теперь вяжем пятый ряд. С пятого ряда одновременно делаем точки разворота на плече и на горловине. Вяжем по лицевой стороне пятый ряд до первой точки разворота, не довязывая до конца ряда какое-то количество петель, разворачиваемся на изнаночную сторону и доходим до третьей точки разворота по горловине. Разворачиваемся. И так вяжем по лицевой стороне, доходим до второй точки разворота, разворачиваемся, у горловины разворачиваемся, у плеча разворачиваемся, снова у горловины разворачиваемся, доходим до последней точки разворота, у плеча разворачиваемся, доходим до последней точки разворота, у горловины разворачиваемся и вяжем дополнительный 13 ряд. Провязываем петли плеча, на плече собираем все петли в точках разворота, довязываем до конца ряда, разворачиваемся на изнаночную сторону, по изнаночной стороне вяжем 14 ряд все петли плеча, переходим на горловину, по изнаночной стороне собираем все петли на горловине, провязываем прямую часть провязываем вторую часть горловины, доходим до плеча и на плече собираем все петли в точках разворота. Все, горловину мы вывязали. Углубление горловины у нас получается 12 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 плюс 2 дополнительных, минус 2 дополнительных, 12 рядов. А скос плеча у нас 10 рядов. Считаем с пятого ряда, так как первые 4 ряда мы делали развороты только у горловины. С пятого ряда начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, мы вывязали углубление горловины в 12 рядов, а скос плеча в 10 рядов. Все схемы, которые я вам сегодня показывала, я оставлю в описании под этим видео. Заходите и скачивайте их по ссылке в хорошем разрешении. Я решила углубление горловины и скос плеча вывязать сначала по переду. Установила 8 маркеров. Номера маркеров соответствуют номерам точек разворота по схеме. 4 точки разворота по плечу и 4 точки разворота по горловине. Седьмой маркер отделяет петли плеча от петель горловины. И напоминаю, по плечу у меня отделены петли 7 петель, 7 петель, 7, 7 и 6 петель. По горловине вот этот маркер это середина моего изделия. От середины до первой точки разворота 9 петель, 10. 8 и 6 петель. Углубление горловины и скос плеча буду вывязывать поворотными рядами. Методом, когда из петельки делается двойная петля. Я видела, что в интернете этот метод называют немецким. На мой взгляд, это самый незаметный способ вязание поворотных рядов и неважно какими петлями вы вяжете классическими или может быть бабушкиными как и я там есть один нюансик как снимать первую петельку в лицевом ряду но об этом я вам расскажу мне схема больше не нужна но если вам необходима схема я попробую ее оставить в правом верхнем углу экрана начинаем вязать первый ряд буду сохранять узор но только в тех местах где у меня вывязывается полная бабочка. Первая бабочка у меня по узору должна быть вот в этом месте. Но полностью она у меня не влезет, поэтому здесь буду вязать только лицевые петли. Следующая бабочка вот здесь между четвертым и шестым маркером у меня помещается. Значит узор буду начинать вот с этого места. И в конце между первым и третьим маркером вот здесь у меня по узору должна быть бабочка, но она у меня не влезает. Буду вязать просто лицевые петли. А между третьим и пятым маркером, вот здесь должна быть бабочка. Вот эта бабочка у меня помещается, поэтому здесь бабочку буду вывязывать. То есть узор буду вывязывать между четвертым и третьим маркером. Вяжем первый ряд. До первой точки разворота, до первого маркера по узору. Вот здесь у меня должна быть бабочка. Я ее не вывязываю, вяжу лицевыми петлями. Вот с этого места между четвертым и шестым маркером начинаю вывязывать бабочку. Вот здесь, девчонки, если вам мешает маркер, снимите его. Доходим до первой точки разворота, последнюю петлю перед точкой разворота провязываем лицевой петлей, переворачиваем изделие на изнаночную сторону и первую петлю снимаем. Снимаем просто с одной спицы на другую. И теперь мы смотрите, что делаем. Вот эту петельку перетягиваем вот так на лицевую сторону. Так видно вам? Просто перетягиваем на лицевую сторону. И теперь у нас эта петля превращается в петлю с двумя стеночками. Вот это одна петля, но две стеночки. И далее вяжем по узору, как мы привыкли, изнаночными петлями до второй точки разворота. До первой точки разворота по плечу соблюдаем наш узор. довязали до второго маркера это первая точка разворота по плечу не довязываем 7 петель до конца ряда последнюю петлю перед маркером провязываем изнаночной петлей обратите внимание я провязала бабушкиной изнаночной петлей переворачиваем изделие на лицевую сторону и если вы последнюю петлю провязали бабушкиным способом то петельку нам нужно снять вот таким образом с одной спицы на другую и теперь эту петлю перетягиваем вот так на лицевую сторону, чтобы у вас на спице оказалось две стенки этой петли. Вот так. И вяжем далее по узору. Но если вы вяжете классическим способом провязывания петель, то после того, как вы провяжете изнаночную петлю, то петля у вас будет вот так располагаться на спице правой стеночкой вперед. И если вы петельку снимете вот таким образом и начнете перетягивать, вот смотрите, она у вас не перетянется. Поэтому те, кто вяжут классическим методом провязывания петель, вот так у вас петелька лежит на спице, вам ее необходимо снять за переднюю стенку. Снимаем петлю за переднюю стенку. И также перетягиваем на лицевую сторону. У вас точно так же получится двойная петля. И далее вяжем по узору до следующего третьего маркера. Довязали третий ряд до третьего маркера. Последнюю петлю перед третьим маркером провязываем лицевой петлей. Я специально поставила маркеры для наглядности, но с ними не очень удобно вязать рисунок, вывязывать. И если вы не будете ставить маркеры, то вам необходимо до предыдущего маркера не довязать 10 петель. Смотрите, до середины мы не довязали 9 петель, сделали точку разворота. Вот двойная петля. И теперь нам необходимо точку разворота сделать, не довязывая 10 петель. Как посчитать? Вот эта петля, точка разворота, вот она двойная, мы считаем за одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь перед этой петлей делаем разворот. Провязали лицевой петлей. Перевернули на изнаночную сторону. Начинаем вязать четвертый ряд. Первую петельку снимаем и перетягиваем на лицевую сторону. Девчонки, запомните всегда, перетягиваем на лицевую сторону. По изнаночной стороне вяжем, перетягиваем на лицевую сторону, по лицевой вяжем, перетягиваем также на лицевую сторону. И далее вяжем изнаночный ряд до четвертого маркера. Это вторая точка разворота по плечу. Дошли мы до четвертого маркера. Это вторая точка разворота по плечу. Если бы у нас не было маркеров, как бы мы посчитали первая точка разворота через 7 петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот эта точка разворота. Следующая точка разворота через 7 петелек после первой точки разворота. Считаем вот эту петлю. Это вот точка разворота, двойная петелька. Считаем ее за одну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И теперь делаем еще один второй разворот. Провязываем последнюю петлю изнаночной петлей. Переворачиваем на лицевую сторону. И первую петельку мы снимаем. Если вы провязали бабушкину изнаночную петлю, то снимаем петлю вот таким образом. Если же вы провязали классическую петлю, то необходимо снять эту петельку за переднюю стенку. Петлю мы сняли и теперь ее перетягиваем вот таким образом на лицевую сторону. У нас получилось две дужки петли. И далее вяжем ряд по узору. В пятом ряду у меня все лицевые петли. Доходим мы до пятого маркера. Это третья точка разворота по горловине. Последнюю петлю перед маркером провязываем лицевой петлей. Если бы у нас не было маркера, как бы мы посчитали, мы не довязали бы до последней точки разворота 8 петель. Вот последняя точка разворота двойная петля. Мы ее считаем как за одну петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И перед этой петлей нам необходимо развернуться. Переворачиваем на изнаночную сторону, неважно какими вы петлями вяжете, бабушкиными или классическими, снимаем петельку вот таким образом и перетягиваем ее на лицевую сторону, чтобы она у нас стала двойной петлей. И далее вяжем следующий шестой ряд до шестого маркера. Это будет третья точка разворота по плечу. Довязали мы до шестого маркера. Это у нас третья точка разворота по плечу. Последнюю петельку перед маркером провязываем изнаночной петлей. Получается, что до предыдущей точки разворота мы должны не довязать 7 петель. Вот это у нас точка разворота. Вот она двойная петелька. Считаем ее за одну петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь разворачиваемся. На лицевую сторону первую петельку снимаем, перетягиваем ее на лицевую сторону, делаем двойную петлю и далее вяжем седьмой ряд до седьмого маркера. Буду вязать всеми лицевыми петлями, так как бабочка у меня больше не влезет. Вяжу до седьмого маркера все петли лицевые. Дошли до седьмого маркера. Последнюю петлю провязываем лицевой петлей. До предыдущей точки разворота мы не довязали 6 петель. Вот здесь плохо видно. Вот это двойная петля. Точка разворота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Вяжем восьмой ряд до восьмого маркера. Первую петлю снимаем. И перетягиваем ее на лицевую сторону, делаю ее двойной. Вяжем до восьмого маркера. Последнюю петельку провязали, не довязывая до предыдущей точки разворота 7 петель. Вот это двойная петля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова разворачиваемся на лицевую сторону. И теперь мы вяжем дополнительный девятый ряд. Первую петлю снимаем, перетягиваем на лицевую сторону, делаем двойную петлю, вяжем оставшиеся петли по плечу. И вот у нас точка разворота у седьмого маркера. Мы ее должны провязать вот таким образом, подхватив обе стеночки. Вот так за переднюю стенку. Видите, у нас на спицах получается такой крестик. И провязываем лицевой петлей. Этот маркер снимать я пока не буду. Он у меня отделяет петли плеча от петель горловины. Далее вяжем лицевыми петлями до следующей точки разворота. Вот у нас следующая точка разворота. Вот это двойная петелька. Снова подхватываю ее вот таким образом за переднюю стенку. Так, чтобы обе петельки, обе душки петли у нас были на спицах. И провязываем лицевой петлей. Вот этот маркер уже не нужен. Далее вяжем снова лицевыми петлями до следующей точки разворота. Вот она точка разворота. Также подхватываем ее за передние стенки и провязываем лицевой петлей. И вот у нас последняя точка разворота по горловине. Мы ее также провязываем лицевой петлей, подхватив за передние стенки вот таким образом. Все, последнюю петельку мы провязали. Довязываем до середины нашего изделия и далее начнем вязать второе плечо. С другой стороны изделия я также установила 8 маркеров. 4 маркера по горловине и 4 маркера по плечу. Маркером, отделяющие петли горловины от петли плеча, выступает маркер под номером 8. Обязательно посмотрите, как укладывается у вас узор. У меня получается, что между вторым и четвертым маркером у меня бабочка здесь не помещается. А вот между шестым и четвертым маркером я начну вывязывать бабочки в конце ряда. Вот здесь, естественно, бабочка у меня не поместится. Между Первым и третьим маркером прямо на третьем маркере у меня получается бабочка, но она у меня здесь также не поместится. Следующая бабочка у меня будет между седьмым и пятым маркером. Здесь она у меня помещается. То есть узор буду вывязывать между четвертым и пятым маркером. Начинаем вязать первый ряд и вяжем петли по узору до первого маркера, до первой точки разворота по плечу. Постараюсь вам побыстрее показать эту сторону изделия. Доходим до первой точки разворота по плечу, не довязывая 7 петель до конца ряда. Провязываем последнюю петлю лицевой петлей, переворачиваемся на лицевую сторону. Снимаем первую петлю, делаем из нее двойную петлю, перетягиваем на лицевую сторону и вяжем Второй ряд до второго маркера. Доходим до второго маркера. Это первая точка разворота по горловине. Последнюю петлю перед маркером провязываем изнаночной петлей. Разворачиваемся на лицевую сторону. Первую петлю снимаем и перетягиваем ее на лицевую сторону, чтобы получилась у нас двойная петля. И далее вяжем третий ряд до третьего маркера. Далее будем вязать вот таким образом. Дойдем до третьего маркера, развернемся, довяжем до четвертого маркера, развернемся, довяжем до пятого маркера, развернемся, до шестого маркера, развернемся, дойдем до седьмого маркера, развернемся, провяжем восьмой ряд и встретимся с вами у восьмого маркера. Провяжите все оставшиеся ряды до восьмого маркера самостоятельно. Провязала я восьмой ряд, дошла до восьмого маркера. Перед маркером последнюю петлю провязываем изнаночной петлей, разворачиваемся на лицевую сторону. Восьмой маркер отделяет петли плеча от петель горловины. Далее будем вязать девятый ряд дополнительный. Первую петлю снимаем, перетягиваем нить на лицевую сторону, делаем двойную петлю и далее вяжем петли лицевыми. Петли, которые у нас были в точках разворота, двойные петли мы также провязываем лицевыми петлями, но только за переднюю стенку вот таким образом. Далее маркеры мне не нужны, я их сниму. И так вяжем до конца ряда. Двойную петлю перед пятым маркером провязываем лицевой петлей. Следующую двойную петлю перед третьим маркером провязываем лицевой петлей. И последнюю двойную петлю перед первым маркером также провязываем лицевой петлей. И довязываем до конца ряда. Далее вяжем последний десятый ряд. В этом ряду, в десятом, нам необходимо провязать двойные петли в оставшихся точках разворота. В этом ряду вы можете решить оставить все петли открытыми или, может быть, все петли закрыть, или можно, например, закрыть петли только на плечах, оставить петли. Открытыми на горловине или наоборот закрыть петли на горловине, а оставить петли плеча открытыми. Выбирайте сами. Я буду оставлять все петли открытыми. Вяжем десятый ряд до следующей точки разворота, отмеченной восьмым маркером. Дохожу до двойной петли у восьмого маркера, и нам необходимо эту петлю провязать изнаночной петлей. Ввожу спицу с обратной стороны вот таким образом. Подхватываю обе дужки, чтобы между спиц был крестик. И теперь нам необходимо эту петлю провязать изнаночной петлей. Этот маркер я пока оставлю. Далее вяжем все петли изнаночными до следующей точки разворота, отмеченной шестым маркером. Вот эта точка разворота. Нам ее также необходимо провязать изнаночной петлей. Также вводим спицу вот таким образом за заднюю стенку. И провязываем изнаночной петлей. Остальные маркеры мне не нужны. Следующая двойная петля у четвертого маркера также провязываем изнаночной петлей. Вот так подхватываем ниточку и провязываем изнаночной петлей. Следующая двойная петля. У второго маркера также провязываем ее изнаночной петлей за задние стенки. Провязываем прямую часть на горловине. Дошли мы до двойной петельки на другом плече до восьмого маркера. Также провязываем изнаночной петлей за задние стенки. Следующая точка разворота у шестого маркера провязываем изнаночной петлей. Следующая точка разворота у четвертого маркера провязываем изнаночной петлей. И последняя точка разворота у второго маркера провязываем изнаночной петлей. Вырез горловины и скос плеча по переду у нас готов. Вот такая горловина в виде лодочки у меня получилась. Она не глубокая. Глубина горловины 2 см, а скос плеча 2,5 см. Я оставила маркеры, которые отделяют петли плеча от петель горловины. Но в этом способе вязания главным плюсом является то, что здесь нет четкой границы между петлями плеча и горловины. И последние 6 петель, которые мы провязали на плече между 7 и 8 маркером с одной и с другой стороны, находятся в самом высоком ряду. Из этих 6 петель 2 петли это точки разворота и 4 петли между ними. Если вы связали горловину и вам она показалась мала, то вы ее можете увеличить, добавив одну точку разворота и еще максимум 4 петли. Всего 5 петель с одной и с другой стороны. То есть без труда вы можете свою горловину увеличить еще максимум на 10 петель. Далее будем вывязывать углубление горловины из коса плеча по спинке. Я решила, что углубление моей горловины по спинке будет всего лишь 1 см или 4 ряда, а скосы плеча остаются точно такими же, как и по переду, 10 рядов или 2,5 см. Я поставила по 6 маркеров для наглядности с каждой стороны, 4 точки разворота по плечу и 2 точки разворота по горловине. Маркером, отделяющие петли плеча от петель горловины, является 7 маркер. С другой стороны также 4 точки разворота по плечу, 2 точки разворота по горловине. И здесь маркером, отделяющий петли горловины от петель плеча, является восьмой маркер. Далее вяжем поворотными рядами первые 4 ряда, делая развороты только по плечу. А потом с пятого ряда начинаем делать развороты как по горловине, так и по плечу. Как я определила, что мне необходимо провязать сначала 4 ряда, делая развороты только по плечу. Скос нашего плеча 10 рядов. От 10 рядов отнимаем 2 дополнительных ряда, остается 8 рядов. И отнимаем 4 ряда углубления горловины. Получается 4 ряда. То есть первые 4 ряда мы вяжем поворотными рядами. Делая развороты только по плечу, по две точки разворота у нас получается по каждому плечу. С пятого ряда начинаем делать точки разворота по горловине. Вот первая точка разворота по горловине, где стоит у нас пятый маркер. А затем делаем точки разворота как по плечу, так и по горловине по плечу, а потом переходим на другую сторону изделия. Сейчас хочу показать вам другой способ провязывания укороченных рядов. Это способ с накидом. Я считаю его одновременно и простым, и сложным. Простота этого способа в том, что, на мой взгляд, он самый понятный и будет понятен даже для начинающих вязальщиц. Его используют многие вязальщицы. Можно его применить не только на лицевой глади, но и на изнаночной глади и на любых узорах. Сложность этого способа в том, что существует много вариантов его исполнения. Можно по-разному сделать накид, скрещенный или не скрещенный. Первую петлю после накида можно снять или можно ее провязать. В следующем ряду накид со следующей петлей можно провязать по-разному. Некоторые варианты исполнения этого способа лучше подходят для вязания классическими петлями. Другие же лучше подходят для тех, кто вяжет бабушкиным способом провязывания петель. Я вам сейчас покажу способ, который будет понятен не только тем, кто вяжет классическими петлями, но и тем, кто вяжет бабушкиными петлями. Первый ряд вяжем по узору. Узор буду соблюдать, начиная с четвертого маркера на одном плече и до пятого маркера на другом плече. Итак, вяжем первый ряд до первой точки разворота на противоположном плече, отмеченной первым маркером. Дошли до первой точки разворота по плечу, не довязывая 7 петель до конца ряда, разворачиваемся на изнаночную сторону. И теперь нам необходимо сделать накид. Накид делаем вот таким образом, чтобы он у нас получился скрещенным. И первую петельку провязываем, хорошенько затянув ниточку. И далее вяжем по узору до следующего второго маркера. Это первая точка разворота на противоположном плече. Дошли мы до второго маркера, не довязывая 7 петель до конца ряда. Разворачиваемся на лицевую сторону. И здесь нам нужно сделать также накид скрещенный. Делаем его вот таким образом чтобы у вас на спице получилась скрещенная петелька. Первую петлю провязываем лицевой и хорошенько подтягиваем. Далее вяжем по узору до следующего третьего маркера. Это вторая точка разворота на другом плече. Доходим до третьего маркера. Это вторая точка разворота по плечу. Не довязываем 7 петель до предыдущей точки разворота. Предыдущую точку разворота мы хорошо видим. Вот он накид. А перед накидом у нас такая большая дырочка получается. И как мы посчитаем? Мы можем накид не считать. Считать так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Или можем Накид с первой петлей посчитать за одну петлю, как в предыдущем методе провязывания, то есть одна петля, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь мы разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем накид вот таким образом, чтобы когда мы переведем ниточку на изнаночную сторону, чтобы вязать изнаночную петлю, у нас на спице получилась скрещенная петля. Первую петлю провязываем изнаночной петлей и подтягиваем очень хорошо ниточку. И дальше вяжем изнаночный ряд по узору до следующего четвертого маркера. Это вторая точка разворота на противоположном плече. доходим до четвертого маркера это вторая точка разворота по плечу не довязываем 7 петель до предыдущей точки разворота которую мы хорошо видим вот эта петля накид считаем вот эту петлю первую раз два три четыре пять шесть семь теперь переворачиваемся на лицевую сторону делаем накид вот таким образом чтобы когда вы переведете ниточку на изнаночную сторону, чтобы вязать лицевую петлю, у вас получилась скрещенная петля. Первую петлю провязываем лицевой петлей и хорошенько подтягиваем ниточку. И теперь мы вяжем пятый ряд до пятого маркера. Это первая точка разворота на горловине, вот до этого маркера. доходим до пятого маркера, не довязывая 19 петель до середины нашего изделия, отмеченной красным маркером. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаем скрещенный накид. И вяжем изнаночный ряд до шестого маркера. Дошли до шестого маркера. Это третья точка разворота по плечу, не довязывая 7 петель до предыдущей точки разворота. Первая петля это накид. Мы его не считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем скрещенный накид и вяжем по лицевой стороне до седьмого маркера. дошли до седьмого маркера, не довязывая 14 петель до предыдущей точки разворота. Первая петля накид не считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем скрещенный накид и вяжем до восьмого маркера. Дошли до восьмого маркера. Это последняя точка поворота по плечу. Не довязывая 7 петель до предыдущей точки разворота, разворачиваемся на лицевую сторону. И теперь мы вяжем девятый дополнительный ряд. Провязываем оставшиеся петли по плечу 6 петель, а затем будем провязывать накид со следующей петлей вместе лицевой петлей. Провяжем всю нашу горловину до середины изделия и перейдем на другую сторону изделия делаем скрещенный накид и вяжем 6 петель которые остались на плече дошли до накида и нам его нужно провязать со следующей петлей лицевой петлей я перевешу маркер пока я его снимать не буду он мне еще нужен так как он у меня отделяет петли горловины от петель плеча. И теперь лицевую петлю провязать мне необходимо с накидом. Но так как я вяжу бабушкиными петлями, у меня эта петля лежит левой стеночкой вперед. И мне ее необходимо перевернуть правой стеночкой вперед и провязать вместе лицевой петлей с накидом. Если вы вяжете классическими петлями, то петлю вам переворачивать не нужно. И провязываем вот таким образом за переднюю стенку 2 петли вместе лицевой петлей. Далее вяжем все петли лицевые до следующего накида. Дошли до накида, и нам его нужно провязать со следующей петлей лицевой петлей. Мне маркер этот больше не нужен. Переворачиваю петлю, делаю ее. Таким положением, как при классическом вязании правой стеночкой вперед, и провязываю петлю с накидом вместе лицевой петлей за переднюю стенку. И вяжу дальше всю прямую часть моей горловины и перехожу на другую сторону изделия, довязываю до пятого маркера. Доходим до пятого маркера. Это третья точка разворота по плечу. Также не довязываем 7 петель до предыдущей точки разворота. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаем скрещенный накид и вяжем до шестого маркера. Дошли до шестого маркера. Это первая точка разворота по горловине. Не довязываем 19 петель до середины нашего изделия. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем скрещенный накид и вяжем до седьмого маркера. дошли до седьмого маркера, не довязывая 7 петель до предыдущего маркера. Это у нас четвертая точка разворота на плече. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаем скрещенный накид. И вяжем до следующего восьмого маркера. дошли до восьмого маркера. Это вторая точка разворота по горловине, не доходя 14 петель до предыдущей точки разворота. Разворачиваемся. И теперь мы вяжем дополнительный девятый ряд. Провязываем 6 петель, которые у нас остались на плече. И вяжем дальше все плечо, провязывая вместе накид со следующей петлей лицевой петлей. Делаем Скрещенный накид и вяжем девятый ряд до следующего накида. Вот у нас первый накид. Нам необходимо его провязать со следующей лицевой петлей. Снимаю я этот маркер, он мне больше не нужен. Разворачиваю лицевую петлю правой стеночкой вперед и провязываю петлю с накидом вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Вяжу до следующего накида. Следующий накид также необходимо провязать со следующей петлей лицевой петлей. Разворачиваю петлю правой стеночкой вперед и провязываю ее вместе с накидом лицевой петлей. Дошли до следующего накида. Также провязываем его вместе со следующей петлей. Разворачиваем петлю правой стеночкой вперед. Петлю с накидом провязываем вместе за переднюю стенку лицевой петлей. И вот у нас последний накид. Переворачиваем петлю и провязываем ее вместе с накидом лицевой петлей и довязываем до конца ряда. Нам осталось провязать последний десятый ряд, и в этом ряду вы можете как закрыть петли. Так оставить их открытыми. Я буду оставлять все петли открытыми. По изнаночной стороне изнаночными петлями вяжем все петли плеча до 8 маркера. 8 маркер отделяет петли плеча от петель горловины. Перед маркером у нас накид. Его необходимо провязать вместе со следующей петлей изнаночной петлей. Дальше вяжем петли горловины доходим до следующего накида провязываем его вместе со следующей петлей провязываем прямую часть переходим на другую часть горловины доходим до седьмого маркера этот маркер отделяет у нас петли горловины от петель плеча провязываем 6 петель на плече и дальше каждый накид провязываем со следующей петлей изнаночной петлей четырех точках разворота. Раз, два, три, четыре. Десятый ряд. Вяжем изнаночными петлями до восьмого маркера. Доходим до накида перед восьмым маркером. И теперь мне необходимо этот накид провязать со следующей петлей вместе, изнаночной петлей. Маркер мне пока нужен, я его просто перемещу. И посмотрите, если вы вяжете, как я, бабушкиными петлями, то у вас изнаночная петля лежит вот так, правой стеночкой вперед. И мне ее необходимо перевернуть, чтобы она лежала левой стеночкой вперед. Если вы вяжете классическими петлями, то переворачивать вам ничего не нужно. И теперь накид вместе с изнаночной петлей мне необходимо провязать вместе изнаночной петлей за заднюю стенку. Вот таким образом. Подхватываю две ниточки, Провязываю изнаночной петлей, чтобы на лицевой стороне у меня получилась красивая лицевая петля. И вяжу дальше до следующего накида. Следующий накид у нас перед шестым маркером. Провязываем этот накид вместе со следующей петлей изнаночной петлей. Маркер мне этот больше не нужен. Петлю изнаночную переворачиваю, чтобы она лежала как классическая, левой стеночкой вперед. И провязываю накид вместе с изнаночной петлей вместе за задние стенки. Вяжу дальше изнаночный ряд до следующего накида. Следующий накид у нас перед восьмым маркером. Также провязываем накид вместе с изнаночной петлей. Изнаночную петлю переворачиваю и провязываю накид с изнаночной петлей вместе за заднюю стенку. Вяжу до следующего накида. Накид перед шестым маркером провязываю вместе со следующей изнаночной петлей. Также переворачиваю петлю изнаночную и провязываю накид вместе с изнаночной петлей за заднюю стенку. Следующий накид также провязываем со следующей петлей изнаночной петлей. Переворачиваем петлю и провязываем накид вместе с изнаночной петлей за заднюю стенку. И последний накид провязываем со следующей петлей, изнаночной петлей. Переворачиваем изнаночную петлю и провязываем вместе за заднюю стенку. Довязываем до конца ряда. Вот такая неглубокая горловина по спинке у меня получилась. Глубина моей горловины всего лишь 1 сантиметр скос плеча два с половиной сантиметра. Далее буду соединять перед и спинку, выполняя плечевые швы. Если вы умеете соединять перед и спинку, то соединяйте самостоятельно любым способом. Если же вам нужна моя помощь, то переходите во вторую часть видео, я буду соединять перед и спинку, выполняя плечевые швы по открытым петлям.